утро. На улице мороз, в лучах солнца искрится белый снег. Среди живописного леса стоит симпатичный домик. Мужчина, проживающий в нем, каждое утро ходит к пруду. Зачем? А потому, что там его уже ждет маленький друг. Кто же это? Мужчина подходит к берегу, и из воды навстречу к нему выходит выдра. Это зверек, который ведет полуподводный образ жизни. Обитает она преимущественно там, где водится много рыбы. Больше всего выдра любит сазана, щуку, форель, плотву и бычки, но не откажется и от другого угощения. Выдра имеет гибкое тело, что позволяет ей быть юркой и быстрой. Выйдя из воды, она осторожно обнюхивает ботинки подошедшего к ней мужчины, чтобы удостовериться, что это именно ее друг. Мужчина разворачивается и идет к дому, а выдра следует за ним. Там для нее уже приготовлена миска с рыбой. Часть угощения зверек съедает дома, а один кусок уносит с собой и прячет в норке. Когда мужчина зовет ее, выдра всюду следует за своим другом, потому как знает, что у него для нее обязательно припасена вкусная рыбка. Вот такая трогательная дружба получилась. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.